2020 год стал по-настоящему прорывным для телеканала «Самара ГИС». Наша команда сумела завоевать сразу 3 награды в областном конкурсе журналистских работ на призы главы региона Дмитрия Азарова. Профессиональное жюри выбирало лауреатов из огромного количества заявок. В номинации «Год памяти и славы» за призы боролись 60 областных СМИ. «Самара ГИС» получил специальную награду за создание цикла проектов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ежедневно наши телезрители вместе с журналистами переворачивали неизвестные страницы истории запасной столицы. Узнавали о лицах и именах победы и становились свидетелями важных для страны исторических событий. Мы проделали огромную работу, чтобы подвиг ветеранов и тыловиков навсегда остался в памяти жителей Самарской области. Вот когда мы с вами все вместе начинали делать этот проект вместе, когда мы выбирали лучшие проекты по изданиям, когда мы впервые все СМИ были вместе, объединенные этим проектом, наша задача была найти ту грань, чтобы не перепафосить, не впасть вот в эту вот пафосную историю, а придать абсолютно человеческое лицо. И я считаю, что нам это удалось. Мне хотелось бы поблагодарить всех представителей средств массовой информации за то, что в нашей области нашлось такое количество уникальных проектов, которые по достоинству оценила высокое жюри. Спасибо, коллеги. Профессиональное жюри оценило достижения телеканала «Самара ГИС» и в разделе «Интернет-издания». Мы получили диплом областного отделения Союза журналистов России за прорыв в сфере интернет-технологий. Эта награда стала второй по счету, ведь в прошлом году портал признали лучшим в номинации «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент «Самара ГИС» — единственный в городе телеканал, у которого есть активное мобильное приложение на базе iOS и Android. За новостями в нашем телеграм-канале следят более 1000 самарцев. Твиттер телеканала «Самара ГИС» накануне перешагнул рубеж в 8000 подписчиков, а на нашем YouTube-канале более 26 миллионов просмотров. На торжественной церемонии губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил лауреатов конкурса за ежедневный кропотливый труд и чуткое внимание журналистов к проблемам жителей Самарской области. Глава региона отметил, что все достижения и успехи Самарской области во многом стали возможны благодаря работе СМИ. Журналист, профессиональный журналист, это, конечно, человек особый, для которого понятие журналистской этики, чести, достоинства, справедливости, желание дойти до сути и разобраться с вопросом, желание помочь людям, желание открыть глаза обществу на какую-то проблему и вместе найти решение – все эти понятия не пустые слова для настоящего журналиста. На достигнутом наш сплоченный и дружный коллектив не останавливается. Уже в этом году зрители телеканала «Самара ГИС» увидят целый цикл новых передач, специальных репортажей и актуальных сюжетов из жизни большого города. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.